Так, смотрите, сюжет такой небольшой хочу снять. Может, у кого-то тоже есть такая проблема, и вместе попробуем ее решить. Смотрите, что получается. Люфт. Почему так происходит? Ну, в нашем случае я даже знаю, почему так произошло. Дело в том, что у нас при стройке сарая, и при перевозке кирпичей вот этот штырь терялся. Либо этот, не помню какой. Вот из-за того, что мотоблок был под нагрузкой, он, то есть, так ехал, либо на эту сторону, колесо не вылетало. А как подходило то место, где можно вылететь, короче, колесо падало, мотоблок на бок падал, и батя, короче, с такой проблемой был. Вот, и во время езды, когда вот это не фиксируется. Так, сейчас я вот это сниму. И во время езды, когда вот это не фиксируется, оно крутится вокруг своей оси. И замечательно шлифует вал. Так, вот вытаскиваем. Что можно сказать? Износ есть. И износ, что самое интересное, именно вот тут вот. Вот эти красивые пальцы, которые я весной ставил. Вот так вот они разъебались. Попробуем, я не знаю, сейчас посмотрю, есть ли у меня новые или нету. Вот, попробуем ее накалить. И вот так вот сожрал вал. Ага. Ага. Че он правильно, он бьется туда-сюда. Я не знаю, что-то нужно думать. Либо вот этот весь вал менять. Но это дело не пойдет уже. Ну а пока будем ездить так, насколько это возможно. Ну вот поставил другие валы, вот эти вот новые, якобы были, блядь. Их тоже придется пересверливать. Смотрите, как я исправил. Эти подхватил. Из меня сварщик, конечно. Но это я еще пройдусь. Вот и просверлил. Вот из-за того, что здесь вот сточено, оно так и ходит. Сейчас другой снимем.